что комментировать. Как обычно, сразу с самолета на бал. Быстро переоделись, быстро размялись, даже не поняли ничего. Вышли на поле. Сами себе, так скажем, опять два гола привезли. Потом все-таки, ну, сначала сравняли счет, потом игра выровнялась. Немножко игрок недисциплинированно сыграл в обороне. Свалил в своей штрафной пенальти. И в перерыве поговорили по-мужски. Сказали, что так играть нельзя. Приезжать просто так, и, ну, надо играть в футбол, надо выигрывать, надо пытаться, надо расти. И Рубин, так скажем, нам полностью отдал инициативу во втором тайме. И второй тайм мы полностью играли в постепенных атаках. Но, к сожалению, забить не смогли. Хотя возможности были, но подвела реализация. Подвело нас техническое обращение с мячом. Очень много брака было. Ну, еще раз говорю, к сожалению, второй тайм выправить положение не получилось. Два поражения подряд. Есть ли какая-то закономерность между ними? Закономерность в том-то и дело есть, что мы пока сами себе проигрываем. Потому что на сборах была одна игра, когда не было ответственности. У нас сложилось впечатление о команде одно. Теперь, когда именно нужна ответственность, психология вышла на первый план. И она играет пока с нами злую шутку. Мы можем играть в футбол, но мы не показываем ту игру, которую мы показывали на сборах. Отсюда пока два поражения. Но будем как-то пытаться исправить это положение, будем работать над этим. Я думаю, что в будущем, ну, может быть, не третий, может быть, и не четвертый, но пятый, шестой тур, возможно, что я думаю, что ребята все-таки в себя придут. Ну и все-таки покажем ту игру, на которую мы можем играть и которую мы показывали на сборах.